Приветствую вас на канале Hard Reset Info. В этом видео вы узнаете, как искать сообщения в переписке WhatsApp. Для начала откройте приложение WhatsApp, а затем зайдите в переписку. Далее в правом верхнем углу нажмите на три горизонтальные точки, а затем зайдите в раздел «Поиск». В «Поиск» вбейте ключевые слова, которые вы ищете, и нажмите «Поиск». Желтым цветом будут подсвечены сообщения, которые будут соответствовать вашему поиску. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.